Сертификаты на приобретение жилья, бытовая техника и главный приз – путевка на Умрахадж. В честь праздника Курбан-Байрам в Каспийске прошел масштабный розыгрыш, организатором которого выступил супермаркет «Арбуз». О том, как проходило мероприятие и, самое главное, кому достались призы, расскажет моя коллега Патимат Ханапова. Покупаешь товар на 1500 рублей, и ты автоматически участник розыгрыша. Все очень просто. Главное затем дождаться непосредственной раздачи призов, так как обязательное условие – это присутствие. Сегодня мы проводим розыгрыш, где вот главным призом будет у нас путевка на Умра. Мы решили приурочить сегодняшний день вообще к празднику Курбан-Байрам. Вот. Помимо этих призов у нас будут еще дополнительные призы, мелкая бытовая техника, различные сертификаты. Но вот самый главный приз, вот для чего люди собрались, это путевка на Умру. Надеюсь, победить сегодня достойный, кто реально хочет этого и поедет. Путевка на Умрахаджи – еще более 20 подарков. Арбуз решил отпраздновать вместе с каспийчанами один из главных праздников мусульман – Курбан-Байрам. А лучший способ это сделать – порадовать своих покупателей призами. В этот день супермаркет особенно преобразился. Празднично украшенный арбуз радует глаз, а акции и розыгрыши волнуют душу. Ближе к началу мероприятия здесь собираются все больше и больше людей. Кто-то классный супермаркет, всегда Умра, все малыхач, свежее, всегда вот, все, что мне нужно, получит. Могу найти в нем. Но вы принимаете участие, что бы вы хотели выбрать? Ну что ж, салам алейкум всем, добрый день, очень приятно, техники, что наверное. Вот так предъявляют какой-то продукт. Хаджи Булата, теперь хотелось бы Умре тоже побывать. Действует доставка еды. Посмотрим, иншалла, если победим, поедем. Не победим, ничего. Здесь супермаркет Арбуз, она вся халяль. Вы хотите? Несколько раз была, мне понравилось. Какое количество блюд. Хорошо, да, все, ну хороший ассортимент, много там чего можно выбрать. Отметить, бывает, спокойно. Много не возьмешь, мало возьмешь. А здесь весь ассортимент уже есть. Я понимаю, что каждый человек, который ходит на какие-то конкурсы, хочет выиграть главный приз – путевку на Умру. А вы поехали? С какой коробки начать? Я сама поехала, если бы я выиграла. Все пришли принять участие. Миксер? Для всех, короче, важен один этот главный приз – поехать в Малахадж. Какие у вас планы будут, если вы выиграете? Себя оставите? Давайте сертификаты разыграем. Кто себе не оставит такое счастье? Почему вы решили принять участие в этой акции? Вытаскивай один купончик. Потому что я частая посетительница, и поэтому решила принять участие в конкурсе. Почему бы и нет? Решила попробовать. Никогда не выигрывала никаких подарков. Может быть, сегодня мне повезет. Да. А какой подарок вы хотите выиграть? Нету, что ли? Есть? Ну, конечно бы я хотела главный приз. 56-12, номер чека у кого? За этим я и пришла. Ну, а так я бы любому подарку была бы рада. И, наконец, розыгрыш начинается. Бытовая техника и сертификаты уже нашли своих обладателей. На кону главный приз. И вот ведущий называет имя счастливчика. Сакинат, поднимайтесь. Ваши аплодисменты. Почувствовали, когда услышали, что именно вы выиграли? Честно говоря, шок, растерянность. Не ожидали. Скажите, пожалуйста, какие у вас планы? Что будете делать? Конечно же, ехать, исполнять. Вы сами поедете или? Нет, скорее всего, муж. Муж, а почему вы так решили, что отдайте мужу? Ну, давайте вытащим еще. Ну, это было его больше желание. Я пока еще не совсем готова. Я хочу поблагодарить администрацию супермаркета «Арбуз». Большое спасибо, что организовали такой чудесный конкурс. Столько удовольствия людям, детям и, конечно же, победителям. Хотя я не ожидала, что я буду в числе их. Отметим, что это второй масштабный розыгрыш, который проводит «Арбуз». Ранее «Универсам» разыгрывал айфоны и десятки призов к юбилею супермаркета. По словам руководства, такие акции будут проводиться еще неоднократно. Радовать своих покупателей интересными призами станет для них хорошей традицией. Патимат Ханапова, Рашид Гаджиев, новости ННТ, Каспийск.